Сегодня в Гомеле отбылся семинар «Вучоба» с керовниками территориальных выборчих комиссий региона. Удел у им приняла старшиня Центральной выборчей комиссии Беларуси Лидия Ярмошина. Перед початком мероприемства она отказала на питание журналистов. На Гомельщине отзначила керовник Центра выборкама, подрыхтовка до выборов идет планомерно, без серьезных нараканий и порушений законодавства. Всю необходимую информацию можно найти на тематичных сторонках сайтов выконавчих и распорядчих органов. Таким чином реализуется головный принцип обеспечения прозрыстости и голосности. Со следующей недели Центральная комиссия планирует принять очень важное постановление, которое будет касаться периода предвыборной агитации и пропаганды. Ну, у меня нет претензий, по крайней мере, все проходит осторожно. Нету явной агитации за кого-либо из кандидатов потенциальных, то есть нет перегибов. Зараз выборчие комиссии проверяют и корректируют списки выборщиков на территориях округов. Списки избирателей корректируют избирательные комиссии, которые образуются на территории каждого участка для голосования. А вообще подают списки избирателей местные исполнительные и представительные органы. При этом используются, как правило, списки избирателей, которые применялись при прежней избирательной кампании, сверяясь с военкоматами, с ЗАГСами, обходя поквартирно дома и так далее. Мы рассчитываем, что эта работа будет выполнена максимально качественно.